Будет ли книга Бритни Спирс выпущена в России? Почему финальная рукопись короче оригинала на 92 страницы? Сколько денег получит Бритни за авторский гонорар создателя? Обо всем этом и других подробностях мемуаров Бритни Спирс в сегодняшнем видео. Okay, guys, so my book is coming out very, very soon. I worked my ass off for this book. I had a lot of therapy to get this book done, so you guys better like it. If you don't like it, that's fine too. Either way, I'm going to Bermuda. Mama, come on, pretty mama. Yeah, go, Maji, go. Baby, why don't we go to my... Как говорят уже в кулуарах фандома Бритни Спирс, это то промо, которое мы заслужили. Именно таким видео Бритни объявила в своем инстаграм о выходе своих долгожданных мемуаров, которые увидят свет уже 24 октября 2023 года. После она запостила ролик, который, вероятно, для нее подготовила издательская команда. Скоро. Моя история. На моих условиях. Наконец-то. Вы готовы? Так впервые мы увидели обложку книги, но о ней мы поговорим позже. На официальном сайте Britney Book тут же открылся предзаказ. Менее чем за 24 часа после анонса неопубликованное издание взлетело на вершину списков бестселлеров Amazon с ценником $32.99. Название книги не могло не порадовать поклонников Бритни. Все тут же начали выкладывать отрывки с клипом «I'm not a girl, not yet a woman», потому что именно в этой песне звучит название книги «The Woman in Me» – «Женщина во мне». В «I'm not a girl», да, в песне есть такие строки «I'm just trying to find a woman in me». Yeah. Я просто пытаюсь найти женщину в себе. И вот спустя 20 лет Бритни нашла таки женщину в себе и назвала так свою книгу. Официальный сайт издательства Gallery Book подтвердил, что книга Бритни Спирс получила более 1,5 миллиона предварительных заказов в Европе за первые 24 часа анонса. На самом деле ожидалось, что книга Бритни Спирс выйдет еще в феврале, но потом публикация застопорилась в связи с тем, что якобы две высокопоставленные звезды Голливуда, опасаясь, что могут быть упомянуты, направили издательству строго сформулированные юридические письма с требованиями не упоминать их имена в книге. Несколько месяцев руководство издательства «Саймон и Шустер» вело переговоры с юристами о том, как же в сложившейся ситуации можно приступить к выходу мемуаров и выйдет ли та самая жесткая версия. Говорят, что теми людьми, которые именно не хотят быть упомянуты в книге Бритни, являются Джастин Тимберлейк и Колин Фаррелл. Инсайдер говорит, они хотят, чтобы Бритни оставила прошлое в прошлом. Если она этого не сделает, у них есть что рассказать. Они хотят, чтобы Спирс знала, что они тоже знают ее секреты и не будут дважды думать, прежде чем обнародовать их, если она раскроет их секреты в своей автобиографии. Бритни не святая, и Джастин, и Колин говорят, что никто не выкручивал ей руки, сказал инсайдер. Она должна пересмотреть побочный ущерб, который она хочет создать своей книгой, потому что он может вернуться ей бумерангом. Изначально мемуары Бритни должны были выйти 24 января и содержать 320 страниц. Из-за правок и консультаций с юристами, дабы убрать упоминающихся людей, чтобы те не смогли подать в суд, книга перенесена на 24 октября, и теперь в ней 288 страниц. Спрашивается, где 92 страницы. Вскоре после того, как информация о книге Бритни становилась в сети все больше и больше, люди начали высказываться, и тут мама Бритни подала голос, понимаете, написала в своем инстаграм. Бритни, всю жизнь я пыталась поддержать твои мечты и желания, и еще я изо всех сил пыталась помочь тебе выйти из трудной ситуации. Твой отказ от всего того, что я сделала, делает меня беспомощной. Я все перепробовала. Я очень сильно тебя люблю. Но этот разговор только для меня и тебя. С глазу на глаз. Приватно. Эта женщина говорит о приватности. А несколько лет назад она сама писала мемуары свои, которые называются «Сквозь бурю», где открыто рассказывала, когда ее дочь потеряла девственность и когда пришла первый раз домой пьяной. О какой приватности идет речь? О какой приватности она может сейчас просить? Все мы понимаем, что звезды не сами пишут свои автобиографии, и Бритни, конечно же, не исключение. Для этого нанимаются
специальные люди, они называются гост-райтерами. Это те, кто придают текстам литературную форму. Итак, гост-райтером Бритни стал знаменитый журналист и романист Сэм Лански, который писал для New York Magazine и Time. Ранее он создал профайлы Мадонны, Ники Минаж и Адель. Договор на 15 миллионов долларов заключила Бритни с агентством Simon & Schuster и Creative Arches Agency. Таким образом, это самая дорогая издательская сделка после мемуаров Мишель и Барак Обамы. На официальном сайте Britney Book представлен список стран, где книга будет официально издана, и, конечно же, в этом списке нет России. Последнюю книгу биографии, ожидания которой были сравнимы с сегодняшними ожиданиями Бритни, была автобиография принца Гарри под названием «Запасной». Несмотря на мировую популярность и большой спрос на нашем рынке, в России книга так и официально не вышла в своем первоначальном виде. Но издание «Эксмо» выпустило биографию принца Гарри все-таки и выпустило книгу в формате «Саммари». Внимание, «Саммари» — это формат пересказа. Я, честно говоря, никогда не слышал о таком формате, увидел его только когда готовился это видео. То есть это формат пересказа, это получается специальный редактор, журналист, берет книгу на английском языке, переводит ее официально и от себя пишет как бы дословный пересказ. То есть повествование не идет не от первого лица, а в пересказе. То есть, скорее всего, это то, что мы с вами можем ожидать в случае с автобиографией Бритни Спирс, потому что мы связывались с издательствами, и никто ничего вразумительного не может ответить. Вот здесь можете, да, почитать, что они нам написали. Спасибо за идею, но, к сожалению, в текущей санкционной ситуации получение прав у иностранных литературных агентств, к сожалению, проблематично и практически невозможно. Шансов немного. Саймон и Шустер сейчас не сотрудничают с Россией. Ну, конечно, бы не хотелось видеть у нас, да, книгу Бритни Спирс в пересказе, но, скорее всего, это вероятно. Это вероятно, потому что, видите, предыдущая книга, которая была таким мировым бестселлером и очень ожидаемой, это была вот биография принца Гарри, и она вышла, увидела свет уже после, да, событий. Вот, поэтому, к сожалению, да, выпущена она у нас в пересказе, но я видел вот эти биографии, да, до этого бестселлера Мишеля, Барак Обамы, биографию Мэттью МакКонахи, «Зеленый свет», очень красиво выпущена в России с идентичным оригиналу оформлением. Книга, блин, Пэрис Хилтон, Джастина Тимберлейка, Кэмерон Диаз, все эти книги были официально выпущены в России. Фильм с Бритни Спирс «For the Record» в 2008 году был показан по Первому федеральному каналу. Был такой интерес, и сейчас, ну, вот эту книгу, ее ждут больше, чем музыки от Бритни. Поэтому будет очень обидно, если книгу выпустят в пересказе. Вот, но, наверное, все-таки выпустят через 10 лет все-таки официально. Тем временем зарубежные сайты продолжают публиковать предзаказ на книги и уже выпускают лимитированные издания. Так, на английском сайте представлена версия с розовым и черным напылением на страницах. Ну, естественно, это коммерческий ход, они просто хотят повысить продажи. Я бы себе в коллекцию, честно, бы хотел такую книгу с напылением, еще это и первый тираж. Ну, вообще прекрасно. На электронных платформах доступен предзаказ на аудиоверсию книги. Официально стало известно, что Бритни не будет озвучивать свою автобиографию, хотя, например, Дженнифер Лопес озвучила свою автобиографию. Она называется «True Love», я ее не слушал, но читал. Там, кстати, ничего такого суперинтересного нет. Куча красивых фотографий Джилло, крупный вообще шрифт. И пишется о том, какая она прекрасная. Не понял вообще трагичности ее судьбы и, ну, написание этой книги. Вот. Но она была выпущена на CD, очень красивой коробке тоже. И читает автор, в описании написано. То есть Джилло озвучила эту книгу. Но я не думаю, что нам с вами действительно нужна книгу, которая озвучивает Бритни, да?
Мы слушали ее речь в суде, аудиосообщение, и вот этот вот хрипящий голос Бритни, полтора часа слушать, да, продолжительность там около полутора часов, слушать вот это голосом Бритни. Ладно, уж простим, ее не озвучил, ничего страшного. Нельзя не обсудить обложку книги. Мне она очень понравилась, она очень стильная, сдержанная. Но многие ее захейтили, потому что я могу сделать такую же в PowerPoint. Это вообще не уровень обложки, автобиографии. Меня смутило, конечно, то, что это не новая фотография Бритни. Это фотография из архива фотографа Херба Ритца 2001 года. Но хорошо, что это хотя бы не изданная ранее фотография. Она раньше не публиковалась. Какие-то снимки с этой фотосессии мы могли видеть. Я помню, что в книге Stage была одна фотография, как-то кадрирована для альбома Бритни, какая-то из них. Но факт остается фактом. У нас опять старая фотка, хотя с возможностями Бритни она могла бы и сфотографироваться для обложки. Как вы считаете? Вот я считаю, что могла бы. Что она, может быть, не любит фоткаться, но как она не любит фоткаться, она вон снимает по 350 роликов в день и выкладывает себя в трусах и вообще в таком виде, что могла бы и сфоткаться. Не знаю. В своем инстаграм Бритни продолжает периодически делиться отрывками о книге, напоминать о ее выходе и публикует какие-то заметки, явно не отредактированные гострайтером. И вот один из них, где Бритни говорит о своей карьере, мне он очень понравился. Послушайте. «Я была в музыкальной индустрии большую часть своей жизни. Я обсуждала с кем-то, кто снимал кино, что музыка – это совершенно другой зверь, особенно гастроли. Это весело поначалу, но если вы занимаетесь этим какое-то долгое время, постоянное пребывание в других городах становится довольно утомительным. Я объездила мир примерно с 10 турами. Что ж, я оглядываюсь на свою карьеру, я понимаю, что то, что я делала на этом видео, это единственное, что требовало меньше всего усилий. Как будто было моей любимой работой, которую я когда-либо делала. Всего 3 дня репетиций, 1 день генеральной репетиции и исполнение всего 5 песен, снятых для телека. Эта съемка заняла 45 минут. Я помню, после этого я сказала: «Вау, так легко было, можно надо повторить». Освещение было великолепно. Совсем другое дело перевозить 4 грузовика и 300 человек в туре, где я даже не имела права выпить чашку кофе. Просто проливаю свет на время, когда это не было похоже на работу вообще. Время, когда я действительно чувствовала себя звездой, а не была звездой в своей семье. В турах я даже не помню, как много женщин было в автобусе с моим отцом. В любом случае, я бы сказала, что они отлично провели время, потратив впустую 15 лет моей жизни. У меня нет семьи, которая ценит и уважает меня. Это самая трудная часть для меня, и как бы сильно я их не любила, это то, с чем я, вероятно, никогда не смогу смириться. Когда я публикую что-то в такие моменты, я просто хочу говорить от своего сердца, потому что для меня это очень тяжело, а потом я оглядываюсь назад и вижу, как много людей поддерживают меня. Спасибо большое. Я работаю над тем, чтобы стать сильнее. Я написала 3 разные версии своей книги и в процессе прошла множество сеансов психотерапии. Кристина Маруяма, редактор, который переводила книгу на португальский и испанский язык, написала у себя в Твиттере: «Будьте уверены, Бритни действительно раскрыла сердце на 360 градусов. Обложку она выбирала сама, потому что самой счастливой частью книги будут именно годы с 2001 по 2003 год, когда она была свободной, взрослой, независимой в своей музыке и творчестве, и когда она встретила больших друзей, таких как Майкл Джексон, Стивен Тайлер и Мадонна. Это лишит многих недоброжелателей дара речи. Это вдохновит вас во всех отношениях». Я в своей жизни выбрала так. Я хочу быть счастливой и не хочу быть занудой. И не жаловаться, когда что-то не ладится. Когда-нибудь я напишу хорошую книгу. Интересную, захватывающую книгу.